Здравствуйте, меня зовут Андрей Беловешкин, я врач, кандидат медицинских наук, и сегодня мы с вами продолжаем разрушать мифы ЗОЖ и поговорим про воду. Действительно ли каждому человеку нужно пить 2 литра чистой воды в день, несмотря ни на что? Количество необходимой воды в день человеку зависит от многих факторов. От температуры воздуха вокруг вас, от его влажности, от количества одежды, которая на вас одета, от вашей температуры, от того, как часто вы дышите, и еще от ряда других факторов. Не существует такой формулы, которая бы однозначно точно позволила бы вам это рассчитать. Но у нас, у каждого человека, есть свой внутренний механизм, который безошибочно определяет количество воды в наших кровеносных сосудах. И он называется «чувство жажды». Вместо сложных формул используйте метод тестового глотка. Он очень прост. Держите воду возле себя и каждый час отпивайте тестовый глоток. Если после одного глотка вам хочется пить, пьете, пока чувство жажды не исчезнет. Если после того, как вы отпили один глоток и чувство жажды исчезло, не пейте дальше. Вам эта вода не нужна. Все очень просто. Для здорового водного баланса необходимо уменьшить количество потребляемой соли. Натрий, который находится в соли, задерживает воду, вызывая у вас отечность, а кроме того, вам требуется выпить больше воды, чтобы вывести излишки соли из вашего организма. Здоровый водный баланс невозможен без калия. Именно калий помогает выводить излишки натрия и воды из организма. Получить достаточно калия очень просто. Ешьте больше простой необработанной растительной пищи. И в яблоках, и в картофеле находится достаточное количество калия. Не существует единой цифры, сколько литров чистой воды пить в день. Держите воду возле себя, пейте, когда у вас возникает жажда, и не заморачивайтесь на суммарное количество воды. Так будет полезнее для вашего тела и для ваших нервов.